Правильно. Сегодняшний день начали с некрасивого ананаса и красивыми фруктами. Кстати, одна тонкость. Я заметила, сама для себя сделала открытие. Мои дети, или наши дети, ваши дети, наши и ваши дети, очень любят дыню. Но когда я дыню режу в этой форме с корочкой, они его даже не трогают. Сейчас сделаю тест, порежу на такие кусочки, которыми они обычно едят. С результатом с вами поделюсь, обещаю. А что сегодня делаем? Сегодня был рабочее начало дня, снимали показ коллекшена февраля, то, что купила из магазина. У него сейчас показ армянской моды. Воды досых. Я так думаю просто. Значит, так, что делаем? Сказала, да, что сегодня день Валентина или не сказала? И решили в этом году, мы вчера, то есть решили, что в этом году день Валентина будем справлять очень так сильно. Не тебя спрашиваю. И решили сделать барбекю. Мясо купили из морозильника, рыбу вытащила. Детей старших послала, чтобы купили корзинки для младших с конфетами и манфетами. И такой ветер начался, все стало дуть. Наши планы как будто провалились. Барбекю делать не будем, но такой маленький семейный ужин сделаем. Хотя этот старший уже пошел или еще не ушел? Арам, ушел он или нет? Он обычно так тихо не уходит. Нет, такой ветер ужасный. Все вырвало от деревьев. Anyway, это не важно. Барбекю не будет, не ждите. Сделаю плов. Рыбу, наверное, в духовку или в кастрюле. Кто-нибудь посолю, поперчу. Получится вкусно. А детям, наверное, если захотят, кесадилью сделаю. Плов готовлю. Какой-то интересный вечер проведем. Арка, значит так, у его новой куртки только что цепочка, как называется, цепь, да, сломалась. Он пришел, это положил в шкаф и одел самую старую куртку. Говорю, что ты одеваешь? Говорит, новую куртку одеваю. Потому что у той что-то сорвалось. Ох, вот такие вот дела. С меню вас познакомила. А вам знаешь, что все я сейчас поняла? О, кстати, извините, в день Валентина. А мой муж мне даже одну фиалку не подарил. Представляете? Так как я живу с этим человеком? Вот он такой нестандартный. Не романтик whatsoever. На днях наши anniversary. Как anniversary? Сколько лет мы вместе в любви и в дружбе прожили? 24 года уже, да? Да, да, знаем, Никитин, знаем. Так разговариваю, как будто вы уж все знаете. Да, к этому случаю... Говорю, напиши, может, подождем вместе, ужин сделаем. Не хочется нам ужин делать. Ах, как хорошо, что младший у нас есть. Кто-то с нами хочет ужинать. Эми, что хотела сказать? У него романтики совсем всю жизнь, никогда. Он сюрпризы не умеет делать. На наш анниверсари он решил мне купить колечко новое. Но вместо того, чтобы завернуть, скажем, в одну коробку, потом в другую коробку, или подождать этот день настал, мы с ним в романтическом ресторане ужинаем, и вдруг я в своей каше нахожу эту перстень. Нет, он мне позвонил из магазина, то есть стал мне пикчерс послать, присылать, какой хочешь, такой вот, то выбери, и куплю, и закончим с этим. Нет, не закончил, он так грубо не говорит. Ну, несколько дней перед anniversary пошел, мне pictures прислал и купил. А сегодня день Валентина,
Он цветы не принес, красные розы с медвежонком. Ничего не принес. Вот такие вот дела. Не жалуюсь, люблю, берегу. Арамджан, Happy Valentine's Day. Скажи, тебя тоже. Я тебя тоже поздравляю, дорогая. Так что романтики не будет, не ждите. Вот такие вот дела. Арамджан, я по своим делам, ты по своим. Рыбу потеряла. Наверное, здесь оставила. Иногда что-то перед глазами прямо открываю, как мужчина. Не вижу, что в прошлом видео, из последних видео, рассказывала, что муж не может найти что-то. Скажешь, это здесь лежит, пойдет и не найдет. Из комментариев выяснилось, что я не одна. Нас таких много, у которых есть муж, который ничего не может найти. И так успокоилась. И комментарий прошла, так смеялась. Чтобы мужчина что-то нашел, нужно, чтобы вещь была прямо перед глазами, выпрыгивала или приняла на себя внимание, привлекала на себя внимание, какие-то звуки, наверное. Очень смешно было, я не помню, как точно написали, но что-то в этом роде. Этого купили давным-давно, в морозильнике лежало. Сейчас думаю, никогда еще эту форму не использовала. Вместе покупали, помните, да, эту красоту? Очень хочется в этот красивый день, только что вспомнила про день, использовать такую красивую форму. А как ее приготовить? Соль, перец, лимон, мимон, что найду? Много чего класть не буду. Плейн сделаю. Красная рыба по-своему, по вкусу уже вкусная. Сама по себе. И беру 100 специй. Доску надо принести, рыбку прополоскнуть. И что принесла? Черный перец, чили пеппер, немножко кайен. Нет, не поставлю, чтобы было легко и свободно. Паприку тоже положу. Укроп очень вкусно с этой рыбой. Очень-очень вкусно. И соль принесу. Наверное, кусочки лимона на ней или апельсин, или что-нибудь, чтобы цитрусовый аромат дал. Маслом полью, закрою и в духовку. Немножко масла. Наверное, рассказывала про мою любовь. Что это было? Что-то непонятное. Anyways, про мою любовь к испеченному гарлику. Поэтому что не делаем, просто по сторонам, если что-то испекается, можно где-то там вдалеке, просто так порежу, так поставлю, немножко масла добавляю и чуточку соли. И вот так здесь кладу, никому не мешает, самое главное, невинный гарлик. Наверное, это уже видели. В отдых ехали. Там цитруса не было, забыла лимон взять. Но на дереве мандарины росли. И впервые в жизни рискнула и с мандаринами испекла рыбу. Такая вкусная получилась. И сейчас и мандарины есть, и лимоны есть, и апельсины. Все сложу на дно, и аромат сам уже придастся. Лимон, апельсин, мандарин. Рис хочу с сафраном делать. Это сюда кладу. Иногда не могу сосредотачиваться. Несколько что-то затеиваю. И по ходу, скажем, готовлю рыбу и вспомню про плов. Рыбу оставляю. Что-то надо. Хотела кипятить воду, чтобы сафран как бы... Что сделать сафран, чтобы цвет появился. Кипятком заливаю. Знаете, да, не знаю процесс, как называется. Чуточку соли. Пусть будет.
И рыба. Рыба у нас филе. Косточек нету. Кожицы нету, к сожалению. Я люблю рыбу с кожей. По-моему, так вкуснее. Даже если кожу не едите, муж не ест. Когда с кожей испекается, вкуснее получается. Все сделаю. Муж любит рыбу. А сегодня, как знаете, день любимых. Хочу обрадовать. Большие куски, ничего. Упс, забыла посолить, поперчить. От любви совсем растерялась. Посолю, поперчу эти специи с обоих сторон. Проволокну и сюда. Соль. Это соль такая крупная, такая чужая. Детям попросила соль купить морской. Они пошли, купили красивая соль по виду. Сияющая, такие зернышко красивые. Но есть такое, да, привыкайте к какому-то виду соли. Я привыкла к легкому виду соли. Это, по-моему, более соленая на вкус. Чили чуточку не помешает нашей рыбке. Укроп. Укроп любит рыбу. И поскольку сегодня день любви, соединим этих любящих сердец. На другой стороне, наверное, класть не буду. Укроп муж не очень любит. Хочу, чтобы было так, как он любит. Поскольку, постольку. Это паприка, не бойтесь, не очень, это совсем не спайси, острый. Чуточку маслом пройдусь и помассирую, чтобы познакомились. Потому что рыба тоже любит масло, не только кинзу. Можно даже сливочное масло, но думаю, сливочное масло в этот раз обойдем. И сейчас, вместо того, чтобы другую сторону тоже солить, перчить туда-сюда, можно взять и вот так знакомить их друг с другом. Это с этим, этого с этим. Окей. Уже темно и холодно. Люсчана сатурна эрсгана или цурта. Говорят, приходите, не слушаются. До чего дожили. Просто сок положу. У нас очень много цитруса. Думаю, не успеем столько съесть. Пусть будет сок. Сочный будет. Аккуратно складываем, закрываем фольгой и выпекаем. Где-то 20-25 минут, 210-220 Celsius. Алька сказала, там я дыню порезала. Хочешь попробовать? Говорит, конечно, хочу, потому что маленькими кусочками уже. Это так. Закрываю. Сейчас хлебушек выйдет. Это войдет. А для дочки делаю цветную капусту и брюссельскую. Брюссельскую? Брассел. Брюссельскую капусту. Соль, перец, лимон, специи и в духовку. Ну, жасмин любит, жасмин больше нету. Сейчас немножко, не знаю, как этот процесс называется, когда чуточку этих
прелестных штучек кладем в стаканчик и заливаем кипятком. Ух, запах такой, если это слишком много кладете, ух, ужасно получается. Надо совсем чуточку. И кипяток. Заливаю, оставляю, потом уже когда варится плов, кладу на крышку и теплый остается. Ух, хлебушек готов. Окей, окей. Красивый ржаной цельнозерновой хлеб. И сейчас, поскольку духовка свободна, туда пойдет наша рыба. И думаю детям, мальчикам, курочку сделать, как готовила, как филе делаю. Соль, перец, специи. И на 25 минут быстро готовится на тонкие кусочки. И очень сочные, вкусные получаются. Окей. Уронила. Уронила. Сюда. Бек, и чесану давай. Наш синоптик, метеоролог, сейчас проверяет погоду. На всякий случай. У нас вчера такой ветер был. Весь дом как бы шарахался. В доме сидели и слышали, как ветер, как будто здешние дома из... А, из чего здешние дома строят? Из вуд? Дерево. Да, траву. Если землетрясения бывают, не дай бог, обычно что-то тяжелое, да, вообще-то... может урониться тебе на голову, а здесь палка на голову упадет. Не дай бог. Типунь мне на язык. С маслом авокадо делаю. Дети любят, вкусно получается. То есть обычного никакого вкуса нету. Басмат сам по себе уже фрегрант, ароматный лист. Сейчас прокипит или закипит. Крышкой закрою, уменьшу огонь. И пусть варится, парится. Соль добавила уже. Не беспокойтесь. Хорошо, неплохо. Значит, так. Одеваем наши хирургические перчатки. Будем оперировать грудку курочки. Будем уменьшать объем груди курочки. Да. На этих цитрусы сушила, ничего особенного. Кладу и хорошенько будем избивать. Какие крупные. Сейчас освобождаем одну руку, чтобы солить, перчить. О, две надо освободить. Лимон надо принести. С лимоном вкуснее. То есть маринад делаем. Можете уже маринад заготовить с лимоновым соком, с маслом, все специи туда положить и их как бы залить этим маринадом. Но если не хотите, то есть хотите, но уже поздно, забыли. Можно сразу все добавить, помассировать и готово. Чтобы забрать сок. Масло туда добавлю чуточку. Ахожак памик. Они все время что-то поедают. Потом у них аппетит пропадает.
Соль добавим. Еще немножко. Еще обязательно с курочкой карри добавляю. Очень вкусно. Курочка без карри, как говорится, жить не может. Любят друг друга. И поскольку, постольку. Уже повторяться не буду. Паприка. Очень мои дети любят, чтобы все было красного цвета. Чили немножко, еще никакому, никакой курочке не помешало. Немножко такой чуточку острый вкус. Очень даже хорошо сочетается черный перец. Чесночный порошок или свежий чеснок можете. Почему не приходит? Иногда заканчиваете, даже не замечаю. Но в этот раз не иногда. Ох, очень много получилось. Ничего, уберем, когда будем массировать чуточку маслица. И потом друг на друга сложу, пусть немножко маринуются. И лимоновый сок, конечно. Сейчас мы массируем нашу курочку. И сейчас друг на друга сложу, так скажем. Сюда. И вот это сюда, чтобы весь маринад как бы пропитался. Можно завернуть в холодильник потом на следующий день или можно сразу выпекать в духовке. Очень хорошо получается. И вкус хороший, и пропитан маринадом. Потому что они тоненькие, да, их хорошенько как бы пробили. Положу сразу сюда. Пусть немножко полежит, все-таки познакомится со специями. Эти лимоны тоже пусть немножко аромата дадут. Пусть будут, как говорится. Все. Пусть идет 20 минут где-то. Хочу проверить рыбочку нашу. Минуточку просто. 25 минут поставила. Думаю, хватит. Закрою, пусть карлик выну. Давайте карлик удалю, сюда положу, чтобы немножко подрумянился. Хотите. А то так сварился чуточку, но не подрумянился. Здесь подалеку положу, никому не помешает. За 20 минут не приготовилась так, как я люблю. Упс. Готово. Окей. Рыба готова. Сейчас курицу туда положу. Курица приготовится и овощи в самом конце. Овощи 15 минут уже готовы. Я долго не выпекаю овощи. Цветная капуста вкуснее неваренная. Мы любим неваренную, мы с дочкой. Просто так хрустим. Хрустим. Но иногда испекать не помешает. Должна приготовить cauliflower steak. Так это вкусно. На кусочки так разломаю. И по ходу всегда один кусок себе в ротик. Если капуста маленькая, брюссельская, даже не режу. Вот так и кладу.
хвостики просто удаляю. Эти даже хвостики удалили. Аркадий на Михане, Тарас. Если их вовремя не предупредить, катастрофа будет. Потому что вы думаете, что наши дети ангелы. Просто хочу предупредить, дети у нас нормальные дети. Дети ангелы, когда спят. Да, удаляем, уже помыла, если кто беспокоится. И кусочки не очень маленькие. Что есть под рукой? Уже ничего нету под рукой, если не ошибаюсь. Карлик есть под рукой. И совершенно не важно, какие кусочки. Главное аромат с чесноком. И чуточку надо резать, чтобы выдался этот аромат. Это нам не нужно. Можно даже их как бы разломать чуточку. И сверху соль, перец, паприка. Кайен добавляла иногда, но дочка сейчас острое не хочет. Добавлю карри, очень вкусно с vegetables. Немножко карри и масло растительное. Угу. Можно даже сушеную зелень, почему бы и нет. Капуста очень хорошо сочетается с укропом. Морковка тоже любит укроп. Что забыла? Что ты забыла? Соль добавлю. Угу. Паприку добавила. Чили пусть тоже будет. Совсем немножко. Угу. И масло. И хорошенько замешаю. Познакомились, подружились, полюбили друг друга, потому что это вы уже за меня говорите. Сегодня день любви и тому прочее. Думаю, плов готов. Упс. Пока пойду, возьму уже салфеточкой нужно. Сафран добавлю. Совсем чуточку надо. Эти не хотите. Ну и процеживать тоже не хотите. Вы такие. Окей. Хорошенько прилипла. Самая вкусная часть. Уберем семена. Все, плов готов, пусть отдыхает. Наша курочка готова. Испекла где-то 20 минут, потом перевернула. Испекла еще где-то 8-10 минут. И тонкость такой курицы надо сразу, как бы, сразу подавать нельзя. Нужно, чтобы чуточку, скажем, минут 15-20, она просто в закрытом помещении отстояла. Чтобы соки, как бы, собрались вместе. Аркадий на Михане! Чтобы сочная была, окей. Закрываем, забываем. Сюда, нет, сюда плов поставлю. Смотрите, как хорошо испеклись. Окей, Арамджан почти готова. Эти двое сегодня вообще не заслуживают
никаких подарков. Но раз уж купили, сегодня такой день, всех любите. Даже детей любите, представляете? Арнатян, Берекин, Чвартарует, пусть подарки получат. Им сладкое купили, увидят, что есть сладкое. Покажем сладкое, но не дадим поесть. Динер уже съедим, потом уже сладкое. Окей, Томас! Аркаенбе, Лилит, ну, Апеле, Курика, Лилит, Апеле, Лусина, Дзен, Хамаш, Хаварен, Тайни, Диктоне. This one is for Happy Valentine's Day. Beck, look. Cool. Thank you. Awesome. Can I get a bow? Let's see what's inside. Beck, look what's inside in front of you. Wow. What's special about these? Mario hearts. Mario сердечки. Сердечки. Окей. Пусть будет. We're gonna eat. Say thank you. Горкети курика бери. Thank you. Видал Лусини на горке? Пусть Лусини тоже обнимает. Арам, да видишь, дети, пример бери детей. Это на самом деле не детский праздник, но поскольку Арка был настроен на лучшее. Поэтому решили, раз уж ничего никто не делает, в этом году они дома засиделись, что-нибудь сладкое, игрушечное пусть организуют старшие, и дети будут радоваться. Guys, эти хатутеки только хага, окей? Ха, окей. На стотинг садимся. Кусочки сделаю, потом можно из этих кусочков я садию тоже сделать. Очень вкусно получается, но поменьше кусочки. Лич, что у вас кахцерутен? Говорю, не ешьте сладкое. Это очень хорошо работает. Перед ужином показываете сладкое, но не даете. Они едят ужин, чтобы потом поесть сладкое. Арам сартын лицяко баджарехен аменинчэ. Плавка. Плава. Плаван дэхэц лицэк бэрэ. Гэлэцэс. Бэ, баба сэцэ. Арам дэн куатор манатор бэхэс. Let's try that. Инчэ сутон. Плави кэн миси. How about Arka? You sit over here, actually. Okay. Thank you, sir. Хаджан. Good amount. How about this? Он голодный. Perfect. Okay. Who wants plavik? Yes, you look good. Let's name. Duranis. Big plavik? Yeah, brown. No. These terrible sixes. Are the yellow plates? All terrible twos, but that's real. I'm good. Либо такая вкусная, сочная получилась. Прилипла к цитрусам. Ох, как вкусно пахнет. Такие голодные сегодня. Арам еще положил. Арка Гамова, я ему вилку и нож положила, он под нами аккуратно ест. А ты ротик чекай, гайс. О, салфи. Это очень вкусный.
Hangi tekkeni var mı? Baba, ne kadar çekin yaptın? Настоящие американцы поели и только свою тарелку положили. Ну не мою же положить. Я самая последняя заканчиваю ужинать, обедать, что-нибудь делать. А потом сушат Игнацек. Им опять в магазин приспичило. Хотят что-то купить. А дети так обрадовались. Но игрушки будут открывать завтра. Завтра у Арка школы нету. Так рада, он так счастлив. Говорит, ты даже не ходишь в школу. Просыпаешься в пижаме, сидишь у компьютера, лего играешь, поешь. Когда не хочет, иногда обижается на учителя и вот так сидит. Не смотрит на это. Ну, не знаю, это ихний разговор. Арамджан, я довольна, ты доволен? Любовь моя. Давай за тебя выпью, а ты за меня, как всегда. Он только один тост пьет. За тебя, за тебя. Я за тебя, ты за меня, мы за вас. Будьте здоровы, любите друг друга, себя любите, самое главное. И такие дела. Всех вас любим, ценим, уважаем.